Уперся, да? Все? Слушай, как замечательно у тебя получается. Самарские школьники пробуют себя в роли облицовщиков. На занятии по проекту «Билет в будущее» профессиональный мастер объясняет, какая бывает плитка, как подготовить ее к работе и какие виды швов существуют. Мы с ними выложим плитку разными способами. У нас существует три способа. Это шов-шов по диагонали в разбежку. Мы с ними как раз-таки поучимся это делать. Проект «Билет в будущее» реализуется по национальному проекту образования. Ребенок регистрируется на платформе проекта, затем проходит тестирование. Третий этап – профессиональные пробы на базе колледжей и вузов. Школьники могут познакомиться с профессиями электрика, плотника, инженера, сварщика, повара. Всего на территории региона школьникам предложены профпробы более чем по 60 компетенциям. Самарская область участвует в этом проекте с 2018 года, и достаточно большое количество детей принимает участие в нем. Очень большую помощь, конечно, оказывают в этом в решении, да, задачи этого проекта средние профессиональные образовательные организации. В прошлом году 7 учреждений приняли участие, а вот в этом году уже 15 учреждений участвуют в этом проекте, приглашают к себе детей. Участие в проекте для детей бесплатное. С начала реализации «Билета в будущее» в нем приняли участие более 50 тысяч школьников региона. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, «События».